Привет, с вами Закупыч, и сегодня у нас очень дешевые товары из фикс прайса, максимум цена 25 рублей. Через тени прямо к звездам, выше дальше так легко и просто, мы начнем и только побеждаем. И первое, на что можно обратить внимание, посмотрите в фикс прайсе, какие красивенькие пакетики к юбилею, вместе 10 лет, в розыгрыше я участвовал, правда ничего не выиграл, обидно. И первый дешевенький товар за 8 рублей 30 копеек. Форма для выпечки круглая, 21,5 сантиметров. Kitchen фирма. Она у меня сильно помялась, поэтому аккуратненько переносите их, они мнутся. Вообще такие формочки даже в доставках иногда используют. Знаете, когда заказываете еду, ну такая красивенькая, что-нибудь испечь в нем можно по 8 рублей набрать. Или же там подороже есть побольше формы. За 16 рублей контейнер винтовой 0,66 литра. Вообще мне нравятся винтовые контейнеры, потому что это, ну, надежнее, чем обычные. Посмотрите, он закручивается. Здесь у нас даже какая-то амфора, не хватает нимфы рядом. Такой контейнер хороший. За эти деньги, за 16 рублей, то, что надо. За 25 рублей, посмотрите, какая милота. Салатник 210 миллилитров. В виде яблочка он сделан, видите, здесь у нас гравировка, даже листик. Ой, очень красивое яблочко, аккуратное, можно подавать какие-нибудь красивые салатики сюда. Ну просто шикарно, просто яблоко Адама. Эх, яблочко, да с голубикою. За 25 рублей мыльные пузыри, как там говорит моя Милана, мыльные пузыри. 100 миллилитров, большая упаковка, потому что и стоит 25 рублей, потому что вообще... Пузыри за 9 рублей можно купить, маленькие за 13, а здесь уже такая немаленькая, только будьте аккуратны, чуть-чуть они проливаются. Вот у меня лично он почему-то потек, вот видите, текет. И здесь даже у нас головоломка, то есть нужно пройти лабиринт Минотавра, две игрушки в одной. Посмотрите, не повезло мне с пузырями, видите, тут оторвано, надо будет его найти и сюда вставить, видите, ручка оторвалась. Ну, у меня ручек этих полно, так что ничего страшного. Ну, неприятно. Минус за это. Это минус. За 12,50 корм для кошек. Вот это, я понимаю, покупка. Вот это выгодно в магазинах. Это, по-моему, самая выгодная цена. Можно, конечно, и в Пятерочке, и в Магните такие корм купить за эти же деньги, но не дороже, чем у конкурентов. Корм покупать в фикс прайсе выгоднее, чем Галамарте, к примеру. За 25 рублей печенье Але-Але 6 штук, напоминает Орео, как вы можете видеть. 80 грамм. Сэндвич печенье с какао и начинкой с ароматизированной ванилью. Будем пробовать, я думаю, что вкусненькие должны быть. Вот такие у нас печеньки. Давайте попробуем. Милан, бери. Ну что, Милан, как тебе? Вкусное печенье? Угу. Тот, кто любит такое печенье, знает, в чем фишка, а вот в этом. Пахнет, да? Угу. Кстати, оно не такое темное, как Орео. За 16,60 вот такой карманный контейнер, это пригодится рыбакам, то есть, видите, сюда крючки можно складывать, и больным людям, видите, таблетки сюда можно складывать, что еще... Всякие железки, болтики, шурупчики и макарена, или как называется, ну... Короче, для творческих людей контейнер, если вы там, не знаю, на природе вышивкой собираетесь заниматься, вот сюда кладете все и переносите в кармашки, он так хорошо застегивается. Отличная штука, вот это я понимаю полезная, вот это можно выкинуть сразу, сразу пускай в мусор пойдет. О, и вот такой у нас контейнер, лепота. Красота-то какая. За 25 рублей, посмотрите, какая декоративная стопочка красивая. Мне она очень понравилась. В мало в каких магазинах можно поштучно вот такие стопочки купить. Поэтому меня это порадовало. Вот такая стопка за 25 рублей. Или же можно взять стопку за 10 рублей. Такая маленькая. Пить водичку или, не знаю, две вот такие стопочки в итоге стоят 35 рублей. Ты втираешь мне какую-то дичь. За 12,50 набор зубочисток, тоже Kitchen. Единственное плохо то, что нет на них зеленки. Да, по-моему, нету. Надо ее открыть еще. 200 штук в комплекте. О, вот так крутим, то есть, и достаем зубочистки. Интересно, достанется ли? Нет, что-то они не попадают сюда. Ну, я редко пользуюсь этими контейнерами. Ну, в смысле, храню зубочистки в контейнере. Мне кажется, это не особо гигиенично. Лучше уж ее открыть, вот, и брать зубочистки по отдельности. И так они что-то не попадают. А, во, одна выпала. О, видите? То есть, все-таки это реально, но сложно достать так. За 16,60 хозяйственное мыло воняет очень сильно. Мне жена говорит, что у тебя там воняет. Да, воняет хозяйством чьим-то. Произведено в России.
Ну, мыло как мыло, за 16 рублей почему бы не взять себе хозяйственного и мыть хозяйство и все остальное. Вспомнил даже анекдот, если детским мылом моют детей, чем же тогда моют хозяйственным? Это, по-моему, на авторадио так говорили. За 12 рублей салфетки Котте. 15 влажных салфеток, детские салфетки. Удобная маленькая упаковочка, брать всегда с собой, тем более, если у вас маленькие дети. Давайте оценим их аромат. Нюхайте. Нюхайте. Ну, пахнет свежестью, ничего особенного. Такие свежие салфеточки. Не содержат спирта для нежной детской кожи. За 25 рублей клейкая лента 48x24. Уже покупал такую ленту, она очень крепкая, держит хорошо, поэтому могу советовать ее. Единственное, что, видите, она такого цвета коричневого, кому-то она может не понравиться. Но мне все нравится за 25 рублей. За 25 рублей мячик-попрыгунчик. Наверное, рублей за 20 можно из какого-то автомата такой попрыгунчик достать. Но он и не маленький такой, достаточно большой для детей старше 5 лет. О, как вы можете видеть, сделан он в виде апельсина. О, вот он даже апельсинчик. Кстати, выглядит очень красиво. О, будем с Миланой на улице играть в мячик. За 25 рублей мерный кувшин 1 литр, тоже фирма Kitchen. Кстати, Kitchen такая крутая фирма, она на AliExpress очень активно продается, там всякие ложечки. И вот можете видеть здесь мерная, это как у нас, грань 100, 200, 300 миллилитров, литр и DL, типа долив, перелив, не знаю, что это означает. Ну не знаю, за 25 рублей где еще можно взять такой кувшин? 25 рублей стоит фоторамка 10x15 сантиметров. Вообще не видел таких цен. Очень приятно. И причем сделано это в России ИП Чичерин. О, то есть в городе Рязань их делают. А6 формат 10x15 считается так. Вообще считаю супер. Рамочка сделана из дерева. Конечно, обработка не идеальная. Вот видите, тут чуть-чуть болтается вот сзади. О, то есть не совсем все совпадает. Ну, я думаю, если сюда подложить какую-нибудь толстую... А, или вот так зажать посильнее, о, будет нормально. И, как вы можете видеть, тут гибкая настройка, то есть можно повесить вот сюда, можно и вот так повесить, то есть вот сюда, и тут всякие эти подставочки, даже можно достать ее, вырвать. Плотная такая. То есть вот так мы делаем, хопа. Это вот так у нас. Это вот так. Оп. О, и получилась у нас вот такая подставка. Чик. И можно ставить. Ну, я думаю, вы меня поняли. О, вот так оно стоит. Так что за 25 рублей это супер предложение. И за эти деньги, за 25 рублей, считаю, просто здоровенная корзина. Терапласт производитель. То есть сделана в России. Корзина хозяйственная 30x20x10 сантиметров. Посмотрите, она очень огромная. Это просто, я не знаю. Сюда можно уложить все покупки, которые я совершил. То есть... Можем сюда и рамочку положить, потом салфетки, мыло, контейнер, зубочистки, печенюхи, салатница, еще одна салатница, две стопки, корм, мячик, мыльные плуи, это самое, и это вот, вот это самое, и еще вот это самое. О, ну все, затарился так затарился, все вышло недорого, я не знаю, наверное, рублей 300 вышло на все про все или 200. А спонсор сегодняшнего выпуска – интернет-магазин чехлов и других аксессуаров «Роскейс». «Роскейс» – это более 30 тысяч аксессуаров. Подтвердим заказ за час. Пункты выдачи в 400 городах России. При покупке от 2000 рублей дарим подарок. Бесплатная доставка от 2500 рублей. «Роскейс» – к девайсам с любовью. Не смущай свой телефон! Подбери ему чехол! Чехлы, пленки, наушники, повербанки и многое другое. Для подписчиков Закупыча действует скидка 10%. Промокод в описании. Также мне очень нравится студия дизайна аксессуаров. Можно заказать индивидуальный подарок для близких. Именной чехол или 3D-чехол с дизайном на заказ. Или вы можете выбрать готовые идеи профессиональных дизайнеров. Василиса Распрекрасная ждет тебя. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые. Скоро выйдет еще одно видео Фикс Прайс, Галамарт, чего только ничего. Все будет выходить на моем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всех люблю, целую ваши мысли. If we don't stop...